Нож NR40, новая партия пришла несколько обновленной. Обновления коснулись обработки ножен и рукояти. Производитель избавился от безобразной глянцевой черной краски в пользу матовой, которая меньше дает бликов, что важно для партизан, разведчиков и диверсантов. В остальном практически все без изменений. Длина ножа составляет 263 мм, при этом длина клинка 152. Клинок имеет скос обуха клиппоинт, изготовлен из стали У7. Имеет одностороннюю заточку, максимальная ширина клинка 22 мм. При этом обух в самом утолщенном месте имеет толщину 2,6 мм. Гарда клинка S-образная, защищает руку от попадания на лезвие при работе с ножом, при этом важно отметить, что гарда имеет нестандартный изгиб. Дело в том, что нож был приспособлен в первую очередь для боевой работы прямым перевернутым хватом. Материалы. Клинок, как уже было сказано, из стали У7. Гарда стальная. Ножны деревянные. Ножны эти опоясаны металлом. Тоже сталь. Хлястик из кожезаменителя. Проклепанный. В качестве элемента крепления идет шпинек и отверстие в самом ремешке. Как сами понимаете, вся фурнитура, кроме самого клинка, давно сгнила, поэтому новодельная. Клинок, скорее всего, с большой вероятностью, оригинальный. NR40 – желанный антуражный образец коллекционера исторического оружия. Мы заканчиваем, а вы пишите, что думаете по поводу нового облика классического ножа.